Да, конечно. Сергей Алексеевич, чтобы напомнить, Леонид Станиславович, что с креативом команды, что сегодня не получилось в атаке сделать? Ну, как бы так. Несколько причин, почему, и связанные с тем, что пришлось перекраивать линию защиты, опорную зону, поэтому появились проблемы. Да, конечно. Сегодня дебютировали в составе Рамазан, дебютировал на третьем Брацула. Как вы оцените их игру? Ну, я бы не стал выделять игру кого-то дебютантов. Почему? Потому что играет команда, а не какие-то отдельные игроки. Обычно, если ты выделяешь отдельных игроков или там что-то, то ничему хорошему не приводит. Поэтому как получилось, так получилось. Хорошо. Шапко два матча сыграл на ноль, сегодня появился Помазан. Причины этого? Опять же, объективные причины. Я не хочу их озвучивать. Да, еще вопросы? Спасибо, коллеги. До свидания. Пресс-конференция закончена.